микрофон. Здесь подходите, записывайтесь в очередь, нет проблем. А сейчас Диана Булатова. Такой был мальчишник. И решили разбавить мальчишник, пригласили девушек. Меня и Аню. И мы так узнали, что Аня познакомилась на этом дне рождения с Сергеем. А Сергей он такой импозантный. Он так похож на французского актера. На какого? Он должен выбирать. Ну, французского актера. Итальянского. Я помню, как после этой вечеринки, как Сергей первый раз ей позвонил, как она покраснела, повел свой мобильный, Моторола, я помню, еще тогда. Вот, она выбежала из коридора, не разговаривала. Там с разниками, да. После этого были такие прекрасные случаи. Еще была свадьба, день рождения Васи. И бесконечное день рождения вас. И я надеюсь, что я настолько удачно зашла тогда на этот мальчишник, что я приобрела такого прекрасного друга. А на самом деле, когда ты уже взрослый, я-то вот из новых друзей, да, уже дружба завязывается тяжелее. А мне так повезло, что у меня есть новый друг. Спасибо, Аня. Спасибо твоим кстатиням земной и собирательному образу всех актеров. Надеюсь, что я еще буду долго присутствовать здесь. На всех ваших семейных праздниках. И предлагаю выпить за себя. Ура! Ура! Аллилуйя!